Накануне днем в старой части города сгорела машина скорой медицинской помощи. Происшествие случилось на перекрестке улиц Маяковского и Героев Краснодона. В спецавтомобиль врезался грузовик, нарушивший правила дорожного движения. От удара произошло короткое замыкание, и скорая загорелась. В ее салоне находились медики и их пациенты. Они следовали в больницу. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила легкие травмы, она ударилась головой. От госпитализации отказалась. На данный момент проводится административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль скорой медицинской помощи восстановлению не подлежит.